Доброго времени суток. Сегодня мы поговорим о книге «12 правил жизни. Противоядие от хаоса». Начнем с биографии автора. Джордан Бернт Питерсон. Клинический психолог, философ, профессор психологии Университета Торонто. Дата и место рождения. 12 июня 1962 года. Эдмонтон, Канада. Он занимается исследованием государственных идеологий, религии, личности и сознания. С 1993 по 1997 года работал в Гарвардском университете. Питерсон преподавал мифологию юристам, докторам и бизнесменам. Консультировал генерального секретаря ООН по вопросам устойчивого развития. Помогал своим клиентам управлять депрессией, обсессивно-компульсивным расстройством, тревожностью и шизофренией. Был советником старших партнеров крупнейших канадских юридических фирм. Читал многочисленные лекции в Северной Америке и Европе. Джордан Питерсон действительно человек, который обладает высоким интеллектом. Мне лично всегда было интересно слушать и смотреть его лекции о философии Фридриха Ницше, хотя во многом я с ним не согласен. Книга полезная, однозначно рекомендую к прочтению. Она делает бытие более осознанным, жизнь более последовательной. И напоследок 5 цитат из книги. «Прежде чем критиковать мир, наведите идеальный порядок у себя дома. Сравнивайте себя с тем, кем вы были вчера, а не с тем, кем кто-то другой является сегодня. Самое неправильное, что может сделать взрослый, дать молодому человеку совет, как жить. Не имея цели, мы не можем держаться на плаву. А пока мы в этом мире, мы должны постоянно держаться на плаву. Счастливое путешествие может быть лучше, чем успешное прибытие». На этом все. Больше цитат слушайте на нашем канале. Всем спасибо. До скорой встречи.